Хорошо? Да. По всей области оборудовали 83 Иордани, 5 из них на набережной. Активное купание началось уже в 8 вечера. Ступеньки в плынью не успевали высыхать. Один за другим смельчаки-одиночки, эксперты, новички и даже целые семьи погружались в крещенскую воду. Из ледяной воды сразу в палатку, где можно растереться и насладиться ощущениями. Стук сердца заглушает шум электрогенератора. Мы вообще новички. Муж у меня купается всегда, а мы первый раз. Вот решились на такой шаг. Думаем, что это из дочка. Дочка прям упиралась, говорит, нет, я буду, и все. Мы ее отговаривали, она говорит, нет, до последнего. Температура тела разогревается до 40 градусов, убивает все. Все болезни и все вирусы и микробы. Ну, можно сказать, ОРЗ и грипп вам будет не страшно. Духовное очищение, ну и заряд бодрости на целый год. Скажи привет. Когда будешь купаться сама? Взрослая когда стану. А когда это взрослая? Ну, через 100 лет. К кромке льда многих привела вера, но неплохо бы спросить мнение и у специалиста. Врачи не советуют рисковать людям с болезнями сердечно-сосудистой, дыхательной и мочеполовой системы. Ну, конечно же, с закаливания начинать к такой процедуре. Спонтанно это все-таки для организма как шок. Подготовка должна быть как минимум эта неделя. Контрастный душ. Ну, а так люди, которые закалены, конечно, легко переносят. Толщина льда на Цне в крещенскую ночь 50 сантиметров. Возле всех Иорданий в области несли дежурство 1200 сотрудников различных ведомств. На страже были полиция, МЧС, врачи и городские службы спасения. Безопасность первична, а окунуться самим можно и после. Основной поток пройдет, и мы, наверное, когда уже будем ближе к утру сворачиваться, мы, наверное, уже тоже примем в этом участие, искупаемся и поедем домой. Синоптики обещали мокрый снег с дождем, но, как видите, погода благоволит. Я думаю, это какой-то знак все-таки. Я посмотрел на смелых сограждан и, честно сказать, вдохновился. Но лукавить не буду, мне очень страшно. Можно это без комментариев оставить, пожалуйста? Бодрит. Я, пожалуй, выйду из кадра, мне очень холодно. С праздником, друзья! Павел Юрасов, Александр Поздняков, Александр Кобзарев, область новостей.